Ох, какой отбор Умярова. И можно забивать второй. Акацев оставляет в игре. Бонбонда попадает в Алонсо. Раздражает Умяров, Чернов, головой и снова Акацев. Уже 3-4 спасения Станислава Акацева. Мяч остается у Динамо, Скопинца. Он с мячом готовит удар, рикошет, удар! 0-0. Подключение, Фомин увидел. До лицевой доходит мяч, Скопинца в удар. Далековато мяч отпустил, но не потерял. То есть атака Нижнего продолжается. Еще один навес будет. Опасно! Спасает Акацев свою команду. Добивание! И здесь уже Волков бросается под этот удар. Это было круто. Хорошая скидка, хорошая скидка Масойра. А вот у Салиманова удар получается слабый. Жесткий, крепко стоящий на ногах. Внимание! Удар после прохода Сольного. И первый в матче момент. Акацев тащит. Неплохо. Заброс на Грулева, который уже в штрафной. И он успел сделать пас! Акацев! Вот это спасенище! Станислав Акацев! После удара в упор обработка здесь была. Слушайте, эти 2,5 минуты несколько атак в себя уместили. И далее попытка Лесового. Вот мяч под левой. Ладышев бьет! Из-под перекладины вытаскивает Акацев. Что ж ты делать-то будешь, а? Мяч, Чанс. Гамалё. Очень сильный дриблер. Бьет издали, отбивает мяч Акацев. Константин Тюкавин. Короткий разбег и тащит Акацев! Великолепен он именно в этом элементе в российском футболе. И он не забивает. Это что? Сошли в сектор эстонский. Эстонский оказался сильнее. Удар по воротам. Ух ты. И вот первый настоящий момент у ворот Станислава Акацева. Удар по воротам. Акацев. Вот так заканчивается тайм. Вот так бывшие игроки Краснодара создают раз за разом моменты в концовке тайма. Ну, что Пухарчук? Что Пухарчук пробил, как опасно, и снова Акацев тащит. Еще одна подача от молодого Мухина. Подача неплохая. Удается в итоге зацепиться Нижнему за этот мяч. И удар. Еще одна попытка Николая Толстопятого. Удар по воротам. И вот как раз Максим Шахов. И вот подача, и вот удар. И вот еще один шанс. И для Нижнего, и для Савикяна лично. И... Мягкая подача на дальний удар! Акацев! Михаил Игнатов мог стать героем последних секунд.